Друзья, в этом ролике проведем некоторые тесты с аккумулятором DMEC30P. Производитель заявляет следующие характеристики. Номинальная емкость 3000 мАч. Продолжительный максимальный ток зарядки 6 А. Максимальный продолжительный ток разряда 20 А. Возможность разрядки при низких температурах до минус 10 градусов. А также указан примерный срок жизни. При токах 4 А зарядного и 15 А разрядного после 300 циклов остается еще более 80% емкости. Аккумуляторы приходят в стандартных коробках для этого производителя. Категория указана А-. Длина аккумулятора составляет 65 мм ровно. Средняя толщина 18,3 мм. Выберем несколько аккумуляторов и проверим напряжение и сопротивление. Сопротивление в среднем составило 14 мА, а разброс по вольтажу составил всего 0,003 вольта. На опусе аккумуляторы показали в среднем 2900 мАч, а на стенде при разрядке до 2,5 вольт емкость составила более 3000 мАч при токе 1 ампер. При разрядном токе 5 ампер емкость составила 2941 мАч. При итоге 10 А аккумулятор нагрелся до 44 градусов и отдал 2923 мАч. При разрядном токе 20 А аккумулятор нагрелся до 60 градусов и отдал более 4900 мАч. При тесте на короткое замыкание пиковый ток достиг 128 А. Друзья, также хочу поделиться результатами теста на дистанции в 200 циклов. Этот аккумулятор потерял всего 2% емкости за это время, что является у нас рекордом в настоящий момент. Более подробное видео об этом тесте выйдет совсем скоро. Приобрести данные аккумуляторы можете в наших официальных магазинах. Ссылки находятся в описании. Сканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт. Там вы сможете заказать аккумулятор с реальной гарантией, купить ячейки по оптовым ценам или расходные материалы, а также присоединиться к группе в Telegram.